«Синий трактор» представляет! Ой, а зачем эта полосатая ленточка? Да ни зачем, просто так повесили. Нет, просто так ничего не бывает. Это, наверное, для красоты. Ленточка, конечно, красивая, но, может, она что-то еще означает? Вон, смотрите, там новые качели на земле лежат. Наверное, их еще не установили, вот и повесили ленточку, чтобы никто не заходил. Если качели для нас привезли, значит, нам как раз можно заходить. Ну, не знаю. А вдруг это опасно? Ну, для тех, кто всего боится, конечно, опасно. А вот для меня – нет. Опа! Ха-ха! Оп! 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 Ха-ха! Ла-ла-ла-ла-ла! Ха-ха-ха! На качелях пока не покачаешься, а вот мостик уже готов. Ух ты! Мостика у нас еще не было. Если мостик уже готов, то с ним, наверное, можно поиграть. Здорово! Так весело! И зачем было такой хороший мостик огораживать? Я же говорил, что ленточка просто так висит. Смотрите, как классно! Опа! Оп-оп-оп-оп-оп! Опа! Оп-оп-оп-ха-ха! И опа! Я провалился в яму! Как же так? Может быть, это такой аттракцион, и где-то там есть тайный выход? Нет! Никакого выхода тут нет, да и входа тоже. Это просто яма. Я не могу выехать. А ты попробуй с разбега. Все, я никогда отсюда не выберусь. Спокойно, грузовик, мы что-нибудь обязательно придумаем. Надо бросить в яму доски. Грузовик сможет по ним выехать, как по мостику. Точно! Здорово придумала! Попробуй теперь выехать. А, сейчас! Сейчас попробую. Так, 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 давай. Поднажми, грузовик. Так, 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 так. Давай, давай. Не получается. Доски не достают до края ямы. Они сломались и теперь короткие. Ну вот, я останусь в этой яме навсегда. Без паники, грузовик. Я постараюсь подцепить тебя ковшом. Давай, на раз, два, три. Готов? Готов! Раз, два, три! Давайте, давайте, еще чуть-чуть! Грузовик почти выбрался! Что случилось? Ты же почти выехал! Бензин закончился. Я так и знал! Придется мне жить в этой яме. Вы будете меня хоть иногда навещать? Конечно, будем. Не будем, потому что мы тебя вытащим. И я даже знаю, как. Как? Я без бензина ехать не могу. Сам не сможешь, но колеса-то у тебя крутятся. Мы тебя на тросе вытащим. Прицепи к себе этот конец троса. Раз, два, три! Какой же ты тяжелый, грузовик! Я не виноват! В нашей семье все тяжелые! Давай, давай, давай! Как бы я хотела помочь! Жаль, что я ничем помочь не могу! Не можешь помочь? Не мешай! Давай, давай, синий трактор! Ты почти меня уже вытащил! Больше не могу!
Надо передохнуть. Ты зачем меня сюда затащил? Я не виноват. Я откатился, а ты за мной. Мы же одним тросом связаны. И что теперь делать? Если мы вдвоем одного грузовика не вытащили, то я одна вас двоих точно вытащить не смогу. Я поехала за помощью. Ха-ха-ха! Точно! Мы сами себя вытащим! Я сейчас пророю хитрую канаву, и по ней мы сможем выехать. Ого! А яма-то выросла, пока меня не было. Ура! Ура! А я уж думал, что всю жизнь проведу в яме. А зачем вы вообще заехали на площадку? Она же была огорожена ленточкой. Грузовик хотел по мостику поездить. Ай-яй-яй, это не мостик. Яму вырыли, чтобы установить новые качели, и прикрыли ее досками. По ним нельзя было ездить. Да, нельзя. А сейчас нам нужно засыпать мою траншею. Правильно! И ленточку обратно повесить. Малыш, если ты увидишь такую вот полосатую ленточку, ни в коем случае не заходи за нее. Это может быть очень-очень опасно. А у нас еще очень много дел. Так что пока! Пока!